Among Imposter Granny. Я так понимаю, это смесь Among Us и Granny. Так, ну я уже слышу по музыке, что... Такс. Я знаю, что дверь не открывается, и надо дождаться, когда ее откроет вот это вот чудо. На самом деле обалденно. Я такого еще не видел. Побежал, отлично. Управление очень неудобное. Так, а куда он убежал? Так, можно прятаться в шкафу, да? Да. Отлично. Блин, ну правда, неудобно. Неудобно! Просто было неудобно поворачиваться. Ну, ладненько. 4 жизни у нас еще есть. Да ну блин, ну, я понял, что по звуку он приближается. Ну блин. А как от него прятаться-то? Давайте-ка исследуем дом. В смысле, я не могу зайти? Почему дверь же открыта? Ага, значит, это какой-то баг. Не-не-не, бежим, бежим, бежим. В смысле, как ты провалился-то? Ой. Ловушка. Так, я это так не отдеру ничем. Ну блин, ну угол меня зажал. Спрятался. Отлично. Так, если... Ага, достал меня негодяй, а? Ну блин, пройти ее будет очень сложно, мне кажется. Самое интересное, я не могу спуститься по лестнице, но я могу провалиться туда. Никаких заданий игра не дает. То есть ничего, что нам подскажет, что делать, нету здесь. А к неудобному управлению это... Не понял. Я не могу пошевелиться, ну бред. Да ладно. В итоге за игру я ничего не узнал. Все, теперь мой персонаж передвигается настолько медленно, что... А, ну я думаю, так и должно было быть. Ты как прошел по этому? О, господи, он по воздуху ходить умеет. You die. Друзья, такая вот игрушка. Не знаю. Хотите качать ее в Play Market, но что-то мне не зашло. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока, друзья!